В рамках проекта «Здоровое будущее» активисты Одинцовского отделения «Единой России» собрали медикаменты для участников специальной военной операции. Лекарства передали супруге военнослужащего, который сейчас лечит раненых бойцов на передовой. Как отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева, это уже третья акция по передаче лекарств для наших бойцов. Список необходимого составил сам военный доктор. В самое ближайшее время груз с медикаментами отправится на передовую.